На конкурс дети читают стихи. Гриценко Ангелина, 8 лет, Агния Барто, Вовочка Нелюдим. Мы на мальчика глядим, он какой-то нелюдим. Хмурится он, куксится, будто выпил уксуса. В сад выходит и Вовочка, хмурый, словно заспанный. Не хочу здороваться, прячет руку за спину. Мы на лавочке сидим, сел в сторонку нелюдим. Не берет он мячика, он вот-вот расплачется. Думали, придумали. Будем мы, как Вовочка, хмурыми, угрюмыми. Вышли мы на улицу, тоже стали хмуриться. Даже маленькая Люба, ей всего-то года два, тоже выпятила губы и надулась, как сова. «Погоди!» – кричим мы Вове. «Хорошо мы хмурим брови!» Он взглянул на наши лица, собирался рассердиться. Вдруг как расхохочется, звончик колокольчика замахал на нас рукой. «Неужели я такой?» «Ты такой!» – кричим мы Вове. «Все сильнее хмурим брови!» Он пощаду запросил. Ой, смеяться нету сил. Он теперь не узнаваем. С ним на лавочке сидим. И его мы называем Вова бывший нелюдим. Он нахмуриться захочет, вспомнит нас и захохочет.